українські татусі не хочуть платити власним дітям. Так ось цього більше не буде. Принаймні, не повинно бути. Відтепер, якщо недбаливий батько заборгував аліментів більш ніж за 6 місяців, на нього чекає покарання. Обмеження в праві керування авто, заборона полювання або змусять здійснювати суспільні роботи. У Державній виконавчій службі близько 600 тисяч впроваджень по несплаті аліментів. З них 90 тисяч тих, хто вже не платить більш ніж півроку. А це фактично кожна четверта дитина в країні не отримує аліментів. Щоб не платити дітям, татусі боржники йдуть на все. Дають хабарі в органи влади або домовляються з роботодавцями про мінімальну зарплатню. Через помсту чоловіки часто не дають колишнім дружинам дозволу на поїздки дітей за кордон. У новому законопроєкті передбачено, що якщо батько не платить аліментів, то його дозвіл не потрібен. Та як бути батькам, яким матері забороняють бачити дітей, а аліменти вони платять справно? Поки це питання риторичне, адже новий закон в такому разі не пропонує нічого і карає лише одну сторону. Отже, чи повноцінно запрацює в Україні новий закон про аліменти, які підводні камені в ньому будуть зустрічатися? Та що робити батькам, які не працюють? Про всі деталі розкаже експерт програми. Радий представити нашого ранкового гостю, адвоката Центру вторинної безоплатної правової допомоги Валентину Міліченко. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. Отже, насправді болюче зараз питання для багатьох українців, особливо для тих, хто зараз розлучені і мали дітей у своєму шлюбі. І зараз це питання аліментів у їхніх відносинах все ж таки є. Якщо говоримо стосовно змін у законодавстві, поки що, я так розумію, це питання тільки чекає підтвердження, скажімо так, офіційного вже, і закон тоді тільки буде працювати. Але поговоримо про те, що все ж таки чекає на батьків, які не сплачують цих аліментів, і той випадок, коли вони все ж таки сплачують, але своїх дітей не бачать. Перше питання, як регулюється взагалі сьогодні виплата аліментів, а хто встановлює такий ліміт і чи є певна індексація цього ліміту і цих виплат? Так. Законодательство предусматривает давно оплату алиментов, но мы не должны забывать о том, что алименты – это все-таки договоренность между двумя родителями. То есть родители должны между собой определить, какой размер алиментов необходим для развития их совместного ребенка. Потому что это очень важно, чтобы ребенок рос в любви, в гармонии, имел возможность чем-то пользоваться, какими-то благами, учиться, развиваться. Это, от этого зависит все-таки наша нация. Поэтому алименты, я повторюсь, скажу, что это все-таки договоренность между двумя родителями. Однако, если этот механизм не работает, значит, тот родитель, с кем остался ребенок, имеет право обратиться в суд за взысканием алиментов. У нас прошли изменения, это от 17.05.17 года, которые вступили в действие с 8.07.18 года, когда мамы могут подавать не только исковые заявления, как было раньше, но могут подавать на судебные приказ. Что такое судебный приказ? То есть они сразу закон определил, что взыскание идет по судебному приказу, который выносит суд, и там сразу определенный размер, так скажем. Закон четко сейчас определил, что на одного ребенка 1/4, на двоих детей 1/3 и больше детей 50%. То есть мамы могут определить сами, будут ли они взыскивать процент от заработка бывшего мужа или бывшей жены, в зависимости от того, с кем ребенок живет. Либо это может быть опекуны, потому что они тоже имеют право на это. То есть те лица, с которыми проживает ребенок. Либо это будет в твердой денежной форме. Если в твердой денежной форме, то тоже есть такая форма, как судебный наказ. То есть обращаются с заявлением о выдаче судебного наказа. И там уже оговорено, что твердой денежной это не должно быть меньше 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. То есть уже как бы законодатель определил в процентном отношении, сколько папа может платить минимально.
Якщо говоримо про індексацію, в тому випадку, якщо, наприклад, у чоловіка там, чи у дружини, того, хто платить ці аліменти, народилася ще одна дитина, зміна місця роботи чи втрата місця роботи, як тут бути у цьому прийомі? В даному випадку, мабуть, треба говорити не про індексацію, а індексацію я теж скажу. Це говорить о зміненні розміру або способу взискання аліментів. Значить, то лицо, яке вважає, що змінилось його положення, це як і особа, з якою проживає ребенок, так и тот, кто платит алименты, значит, имеют право обратиться в суд об изменении способа либо размера алиментов. А это только в судовом порядке? Так. Если добровольно не могут договориться, только в судебном порядке изменяется размер. Это и состояние здоровья, это и какое-то материальное. И то, что вы говорите, рождение нового ребенка. То есть тот ребенок тоже должен получать определенную сумму. И для этого не обязательно той маме обращаться сначала в суд, взыскивать алименты, а потом обращаться об уменьшении размера алиментов. Совсем нет. То есть достаточно обратиться просто в суд и доказать о том, что действительно изменилось положение материальное, либо состояние здоровья, такое тоже может быть, то есть человек получил инвалидность, и он уже не может в том объеме оплачивать, который был присужден судом. И из этого получается взыскание как бы неэффективно, и тогда мы ставим в неравное положение ребенка и взрослого. Конечно, ребенок в приоритете, но тем не менее так не должно быть и имеет право. Це законодательно закріплено. Якщо ми говоримо про ось ці дві сторони, все ж таки до індексації ми ще повернемося, але про ці дві сторони, та сторона, яка отримує аліменти, тобто з ким живе дитина, так, і та сторона, яка їх виплачує. Як правильно їх платити, щоб потім підтвердити все ж таки той факт, що гроші були виплачені і, відповідно, друга сторона їх отримала? Значить, самий простий спосіб – це перечислення на исполнительну службу, де точно будуть аліменти, а потім исполнительна служба на расчетний счет уже взыскатель алиментов перечисляет. Однако, когда люди обращаются, ну, нет времени ходить к исполнителям, просить у них там, когда там переступать, можно идти в банк и просто писать назначение платежа. Назначение платежа – это оплата алиментов. Чеки будут 100% уже переплачены? В банке фиксируется все, оплата именно ваше назначение платежа. Потому что если через почту посылать, там нет фиксации вот именно, что это алименты. И получается, что люди оплачивают, потом возникают споры о том, что это были не алименты, а какие-то другие платежи. Ну и потом есть проблема в доказывании, что это были алименты. А когда это идут через банковские учреждения, то там назначение платежа определяется. Теперь повертаючись до индексации. Вот индексация у нас предусмотрена. Если в твердой денежной сумме, то индексация предусмотрена сразу, что пожалуйста, взыскание. У меня был такой случай, когда взыскивали алименты были взысканы в твердой денежной форме, и потом женщина обратилась о взыскании индексации и 3% годовых на ту сумму, которая задолженность. Сейчас законодательно еще закреплено дополнительно, вот было в изменениях, да, есть такое понятие неуплата алиментов и взыскиваем задолженность. И как раз неустойка составляет 1% от той суммы, которая это самое, взыскивается. Однако законодатель сейчас немножко будем так говорить, урезал, как бы, если раньше мы взыскивали вот эту неустойку со всей суммы, потом менялась практика, немножко уменьшалась, сейчас ограничено 100% только то, что задолжал. То есть, если должник задолжал 20 тысяч, то пеня может взыскана только в размере 20 тысяч и не более. И вот как раз, возвращаясь к индексации, хочу сказать, что есть такое понятие дополнительные затраты на ребенка. Так вот, в дополнительных затратах как раз и предусмотрено, если вот эти дополнительные затраты не возмещаются, то они тоже индексируются и 3% годовых. То есть женщины в данном случае получили еще один механизм получить какие-то затраты в связи с потерянной стоимостью. Как женщине, например, так, или людине, с которой проживает дитина, ось на эти дополнительные затраты зафиксировать их сумму, чи взагалі их, скажем так, попросить через какой орган, как это правильно делать? Значит, дополнительные затраты точно так же, как алименты, взыскиваются в судебном порядке. В судебном порядке. А под эту статью что подпадает? Затраты? Это развитие ребенка, то есть посещение каких-то кружков,
официально, дополнительно с репетиторами работа. Это заболевание, это инвалидность детей, когда требуются дорогостоящие лекарства, да даже не дорогостоящие. В период года, предположим, ребенок постоянно болеет. Сейчас все лекарства дорогостоящие, поэтому вот эти затраты, ну, надо понимать, что это не все затраты. То есть, если мама затратила 1000 гривен, то взыскание с папы только 500. Потому что родители несут одинаково, мають. Конечно. Это равные права по отношению к ребенку. А як бути батьку, наприклад, якщо він відчуває ту ситуацію, що забагато, наприклад, він грошей дає, або ці гроші не цілонаправильно використовують? Як в цьому випадку, відповідно, який контролюючий орган це може перевірити і допомогти цій стороні, яка виплачує аліменти? Значить, стаття це не нова, все це в законодательстві вже було. Просто, наверное, не обращали на нього внимания, как бы папи самі, ну, или, вернее сказать, те, кто платит алименты. Есть у нас орган опеки и попечительства по заявлению самого плательщика алиментов, либо по инициативе самого органа опеки и попечительства они имеют право проверить целевое назначение этих алиментов. И если будет установлен факт о том, что сторона, получающая алименты, недобросовестно использует нецелевое направление, то есть мама поехала там где-то отдыхать, при этом ребенок не поехал вместе с мамой, то тогда тот, кто платит алименты, имеет право обратиться в суд об уменьшении размера алиментов и, соответственно, вот разницу, вот это он может перечислять на расчетный счет, указано даже державный ощадный банк. То есть в данном случае есть такие рычаги воздействия нецелевого использования денежных средств, именно алиментов. Мы весь час, скажем так, поправляем себя в плане того, что акцентуем увагу, что батько платит алименты, но так уже в стране как-то повелось, так? То есть система сейчас настолько налаштована на те, що все ж таки дитина залишається із матір'ю. Але в яких випадках є можливість, що, наприклад, залишиться дитина з батьком, який це випадок може бути? Это, скорее всего, на сегодняшний день то, что случается, выняток, это очень проблематично, когда мама лишена родительских прав, тут уже без вариантов папа, с папой остается. Когда мама соглашается о том, что ребенок будет проживать с ней. Не с ним, а с папой. Вариант. Это фактически вот сейчас, это не единственный, но это основной критерий, потому что неоднократно вызывается, если мама подала в суд иск о том, что она там хочет ребенка забрать, он проживает у папы, то суд чаще всего решает в сторону мамы, а не папы. При любых, даже при более нестабильном материальном положении мамы, отличие от папы, там нет своего жилья, и тем не менее, ребенок, согласно Конвенции о защите детей, ребенок, там написано о том, что нельзя лишить маму с малолетним ребенком ни при каких случаях, только исключительных случаях, так как бы сказано. И поэтому, конечно, маме преимущество по отношению к папе. Поэтому, наверное, вот и возник вот ось этот проект. Так, знову ж таки, законопроект, про який ми говоримо, і їх уже декілька. Тобто, зі сторони батьків, ці громадські організації, вони підтримують, а батьки, відповідно, їхню сторону, а матері свій законопроект, скажімо так, через Верховну Раду все ж таки провели, а зараз чекають, скажімо так, затвердження все ж таки. Але, знову ж таки, цей законопроект, порівняно із попереднім, він теж однобокий, по суті, тому що захищає в більшій мірі саме жінку, а не чоловіка. Чи навпаки, як? Ну, я бы так, наверное, не сказала, потому что все-таки на маму больше обязанностей, если ребенок проживает с ней, на нее получается больше затрат. И больше все-таки мамы на участие в воспитании детей. Мы очень часто сталкиваемся, когда мама говорит, да мы не против, чтобы папа участвовал в воспитании ребенка, а папы нет. И от этого возникают вопросы как раз и иски о лишении папы родительских прав. Да? И есть же такие же вопросы, когда папа хочет общаться, не хочет это самое. И сейчас в настоящее время нет такого механизма. Есть решение судов о том, чтобы папе определить определенные моменты, когда он может с ребенком общаться. Определяются дни, определяются время отпусков. Но мама сегодня сказала, ребенок заболел. Завтра ребенок у бабушки. Ну, вызвали ее, поговорили, погрозили пальцем. Нет механизма наказания мамы за невыполнение вот этих... Тобто, по сути, что новый закон, что старый, вимагає, наприклад, від батька там виплати в своєчасних аліментів, але прав як таких, ну, по суті, немає. Тобто в нього немає, є такий шанс, що він дитину може не бачити місяцями, по суті. Так. Якщо говоримо про цей новий законопроект, то вже в сюжеті ми почули, що величезна кількість буде обмежень у
розвагах, я назву це, мабуть, так, саме тій стороні, яка платить аліменти, а якщо бути точнішим, якщо не платить впродовж півроку. Як бути з цим питанням, яким чином буде регулюватися цей варіант, скажімо так, коли не платить батько аліменти? Ну, то, что мы знаем законопроект о том, что будет действительно и лишение права управления транспортным средством, и запрет на охоту, рыболовство и выезд за границу. И сегодняшнего только единственный какой механизм есть в законодательстве – это ограничение выезда за границу. Это законодательно есть и в исполнительном, законе об исполнительном производстве, это и в гражданском процессуальном кодексе, и есть как бы в семейном, там вскользь тоже сказано. Во всех остальных нет. Как это будет? Будет образован механизм, который разработается, внесутся изменения в исполнительный кодекс, закон, вернее, об исполнительном производстве, в гражданско-процессуальный кодекс внесут, потому что без этого механизм не заработает совершенно. Будет и будет порядок, и все, практика покажет о том, что это, наверное, эффективно. Потому что есть моменты, здесь же в данном случае не говорится даже о среднестатистической. Больше эти все моменты как бы на тех родителей, у которых есть эти блага. Ну, у всех есть машины, и не все занимаются охотой, и не все выезжают за границу. Больше это касается тех лиц, которые действительно имеют возможность платить и не желают. Как бы это сам не... Есть люди, которые не могут в связи там действительно маленькими заработками, они там тоже не совсем понимают. Есть еще другая категория дел, ну, которые там инвалидны, а есть же, которые могут и не хотят. Найголовніше, мабуть, все ж таки питання двобоке. Кожна сторона має право на своє право, на свою істину якусь, але в будь-якому випадку варто пам'ятати, що все ж таки дитина спільна і виховання на плечах обох батьків, а аліменти не є утриманням вашого колишнього чи колишньої, а все ж таки є підтримкою для нормального розвитку вашої дитини. Вам дякую за те, що сьогодні завітали в нашій студії.